Тело 16-летней девушки найдено на берегу Енисея спустя 2 недели после убийства. По горячим следам силовики задержали 4 парней, подозреваемых в расправе над ней. Наказание может грозить и родителям жертвы. Они вовремя не сообщили в полицию о пропаже дочери. Убийство случилось возле моста «Три семерки». По данным следствия, еще 23 октября 4 молодых людей от 19 до 23 лет привезли девушку на берег, где из-за неприязни задушили ее, бросили тело в заводь, прикрыли бытовым мусором и ветками деревьев. Спустя почти 2 недели после этого силовики и органы опеки пришли к девушке. Она была на учете в полиции. Мать сообщила, что ее нет дома. Подозреваемые задержаны. Устанавливается роль каждого в содеянном. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетней, своевременно не сообщившим в правоохранительные органы об исчезновении дочери.